Образец был обнаружен во франкоязычной Бельгии и проанализирован экспертами Бельгийской организации здравоохранения, сообщает информационное агентство Бельга. Версия омикрон BA5, появившаяся в других странах мира, до сих пор не обнаружена в Бельгии. В Южной Африке, Ботсване, Германии, Дании и Великобритании уже зафиксировали случаи инфекционирования BA4 и BA5. Каких-то симптомов, которые бы отличали его от других вариантов омикрона, нет. То есть этот вариант, он примерно такой же, как омикрон по симптоматике. А если сравнивать омикрон с дельтой и с другими вариантами, то, скорее всего, можно отметить, что исчезновение обоняния происходит реже, значит, чаще происходит осипость голоса, боль в горле проявляется чаще. Сообщается, что под варианты омикрон менее опасны, чем совершенно новый вариант. Данный вариант коронавируса ранее уже находили в нескольких странах, а брюссельские ученые даже успели его изучить. Симптоматических различий серьезных нет, отличия исключительно генетические, которые касаются распространения, заразности, способности преодолевать там иммунную систему и так далее. На данный момент появление новых версий штамма не привело к значительному росту заражений, госпитализации или летальных исходов. Казанская Виктория, Евгений Алмазов, Универньюз.